Довольным выбором Аллаха для нас, что мы опять же приближаемся к Всевышнему Аллаху. Поэтому, аль-хамду-лилля, мусульманин, он всегда должен быть как твердый стержень, кремень, основа. То есть, понятно, что какие-то сложности возникают, еще что-то, но он должен быть кремень в основе, но гибкий снаружи. Как стебель, да? То есть, когда ветер дует, он наклоняется в одну сторону. Если ветер дует в другую сторону, он наклоняется в другую сторону. Но он не ломается. Он не ломается. Вот и мусульманин, да, бывает сложно, где-то может быть тяжело, нет настроения, еще что-то. Но внутри, в сердце, основа, она должна быть всегда какая? Твердая. То есть, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, даровал нам эту жизнь. Он хозяин нас. Он полюбил нас.